Приветствую вас, друзья. Благодарю, что вы со мной. И большое спасибо вам за поддержку. Деревья – это такие существа, назовем их так, которые одновременно живут в двух мирах. Это подземный мир, корни дерева где. И это наш мир, так называемый, где ствол дерева находится. Это символично, потому что дерево можно считать проводником между мирами. Есть такая очень хорошая традиция садить деревья, ну, в честь каких-то известных людей, в честь выдающихся каких-то людей, в честь героев людей, людей, совершивших какие-то поступки. Это тоже символично, потому что это укрепляет духовную связь с этими людьми. И дело этих людей, оно имеет, как говорится, продолжение. Так вот, посадите у себя возле дома, можно не обязательно возле дома, но где-то можно на даче, но лучше всего возле дома одно или несколько деревьев, любых причем деревьев, вот те, которые вам нравятся, может быть хвойные какие-то, лиственные, плодовые, абсолютно не имеет значения, но посадите это дерево или деревья в честь каких-то своих близких родственников, ушедших. Может быть, прадедушка, дедушка или бабушка, отец, может быть, или мать, или любой близкий человек ушедший, который вам дорог. Посадите возле дома и ухаживайте за этим деревом, пока оно, ну, не окрепнет. Ну и дальше тоже соответственно. И каждый раз, когда вы видите это дерево, проходите мимо этого дерева или ухаживаете за этим деревом, вспоминайте этого человека. Но не так вспоминайте, как, например, с горечью или с болью утраты, а вспоминайте вот светлыми чувствами, вспоминайте те моменты вот с этим человеком связанные, которые вам бы дарили какую-то радость. То есть какие-то позитивные, светлые моменты. И вот таким образом поступая, вы значительно укрепите связь с вашим родовым древом. И через эту связь, вот духовную связь укрепите. И через эту связь вы получите настоящий подарок. Будете получать подарки в виде каких-то событий благоприятных в вашей жизни. В виде каких-то знаков, подсказок. В виде каких-то, может быть, мудрых решений, которые нужно принять, которые вы не могли найти. Вот все это будет приходить к вам. Это не только от этого человека, как сказать, от родственника, в честь которого вы посадили это дерево, но это от всего вашего родового древа. То есть все это будет работать, помогая вам. Обязательно сделайте так, и вы ни о чем не пожалеете. И еще, друзья, когда вы будете ложиться спать вечером, каждый день можно так делать, ложитесь спать с этими двумя сильными словами. И когда просыпаетесь, проснулись, тоже воспроизведите эти два сильных слова. И в вашей жизни тоже произойдут большие перемены в плане здоровья. Вы очень сильно укрепите сферу здоровья и гораздо меньше будете болеть. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.